Каким будет курс гривны к доллару в ближайшие годы, свой прогноз опубликовало Министерство экономразвития и торговли. И ведомство это предлагает три сценария. В трехлетний период с 2019 по 2021 годы при сохранении реформ и спокойствия на мировых рынках доллар будет стоить чуть более 30 гривен. Самый благоприятный расклад, это если будут проведены земельные и налоговые реформы, в среднем 28 гривен. Ну а в худшем случае, если реформа остановится и будет потеряно доверие инвесторов, к 2021 году доллар дотянет до 33,5 гривен.